Чего? Время чудес. Написано. Время чудес? Новый год, время чудес. Ух ты. Ну да. Ага. Ну, да, это вот каток. Это каток, товарищи, каток. У меня потом спрашивают в мае в прошлом году. Говорит, каток-то у вас, говорит, как, растаял или нет? Вот. Это там до улицы Чехова. Или какая там улица? Космонавтов. Да? Космонавтов. До улицы Космонавтов. Вот она вон там пересекает. Вот оттуда все залито. Да, снег нападал. Видишь уже, как это. Ну и все. Потом вычистят все равно. А? Тут одни блогеры ходят. Пока. Одни блогеры. Да, вот снег бы с этой стряхнуть, смотрелось бы лучше. Так, а там ледовые фигуры. Доступная кофейня. Доступная. Так, а тут что тут у них изо льда сделано? Снеговики. Ну давай. Что попало, говорите? Ла-ла-ла. Давай, Свет. Андрей, а ты внизу, там еще есть. Не надо, потом сверху будет. Давай. Иди выглядывай, что ты? Смотри, какая рожа смешная. Вот так съела все. Да, льда израсходовали много. С реки возили, пилили. Так, а это что такое? Так, это то ли волки, то ли медведи, что ли. Тут вроде волки, а здесь вроде бы кошка. Что-то не... Вот же зайцы, кота или еще что-то. А... Кого хочешь играть? Так, а там что? Да, тут что сообразить надо. А, вон что. Вон они. Да, это на мотоцикле вроде как он едет. Ага. Заяц на мотоцикле. Тут можно даже сесть. Кто хочет. Ночные волки написано. Ух ты, ночные волки. Заяц, ночные волки. Ну ничего ты, ага. Смотришься. Красота. Нормально. Так, а вон на тех на светящихся ты еще не сидел? Пластиковые. Да. Пластик. Ничего, так вот вверх-то смотришь, оно как-то это впечатляет. Ветром ее и качает еще. Ну. Рябит глаза. Так вот смотришь, да. Да, 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 да. Так, пойдем там еще посмотрим. Да, а что потом, сколько тут будет народу? Сейчас время-то еще мало, 8 часов только. Так, это лабиринт. Так, это горка ледовая, а там деревянная.
Я тоже там же. Так, это тоже лабиринт. Горы были, горы, там олень скачет. О. Ну так, наверное. Это вот большая горка здесь, которая... Да, это наша праздничная площадь. Или как она? Весенняя. Площадь Весенняя. Улица Весенняя. Ну и вот тут вот, и это тоже. Так, это главная елка наша городская. А там вон трамплинчик такой. И тут у них машины. Не только что катались. Раз, два, три, четыре. Там еще 5 штучек. Так, на елку посмотрели. Все, поехали мы дальше. Потому как застолье должно быть. У нас без этого никак невозможно, чтобы праздник и без стола. Вот, а это вот. Тут этот самый память этих погибших шахтерам. Монумент такой. Проспект 50 лет комсомола. Комсомола уже давно нет. А этот в честь них проспект есть. Акватория. Магазин. Акватория. В этом году все больше на домах окна стали видео хорошо. Да. Домино, монетка. Это школа. Работаем с рынками Японии. Во, написано. Так, перекресток. Там улица Лазо, вроде бы так. А это тут больница, старая больница. Вот кого-то привезли, елки-палки. Для кого-то праздник, для кого-то нет. Да, для кого-то праздника нет. Продукты каждый день, ломбар, серебро, золото, бриллианты, стоматология, молочные продукты Алтая, так, калина, малина, Мария Ра, продукты, был тут 1000 мелочей, но нету сейчас, так, акватория, магазин, так, магнит. Крюгер. Это для того, чтобы спаивать наше местное население. Крюгер. Женская консультация. Мария Ра. Аптека. Вот. А вот тут вот эти самые слоны. Пошли на север, вот 3 штуки, тут слоны, или эти мамонты, вот. Ну вот они вот так вот идут. Были они серые, а потом взяли, цветочками всякими разрисовали, ну красиво стало. А вон там дальше церковь, без церкви невозможно жить. Там волкодав этот. Вот он. Вот, а что у нас волкодав? Не горит гирлянда что-то? Не знаю, что у вас. Надо проверить, как это слова. Как это слова? Ёлочка, гори! Гори! Так, ёлка-то где у вас там? Вот она, ёлка ваша.
Маленькая, ага, у нас. А я могу туда сесть? А ну зато их две. Да, вот еще одна елка. Нет, нет, я холодный, да? Вот. А, Денисов туда сядет, папа сюда. Ну вот. И не надо никаких. Все уселись? Так. Да. Это у нас что тут получается? Гуся в этом году. В прошлом году утку давили, теперь гуся будем давить. Ну это хорошо. В следующем году будем кролика через год. Не надо. Черного. Ну, а где черного брать? Черного. Шкуру снял, он будет одинаковый все. Найдем где. Будем провожать короля чего. Нет, как я тут раз на Маринке на день рождения мясо готовила, и черное оно мне стало. Закрутилось. Позажарилось через черное. Ну, Галика, 3 часа надо его. Ну, чтобы наверняка. У нас 3 часа сегодня, да. И смотрю, оно уже сгорело у меня. Ну, это не черное вроде. Ну, все, давайте. Вот я вот это. Гусь, это гусь. Тебе положить тоже? Ну, положь, положь. Она прям это... Все. Вчера сходили на танцы. Так, ну ладно. Пакетики. Начинаем. А эта елка в нашей квартире, вот она вот такая. А сейчас я пойду на праздничную площадь и там елку поснимаю. А это подарок тут, уже внучка должна прийти, вот, ну вот мы тут приготовили. А это вот сморгает. Это я вчера получил с Алиэкспресса лампочку такую светодиодную, вот она вот такая вот. Даже пульт есть для того, чтобы ей управлять. Правда, пульт почему-то ничего не работает. Ничего не управляет. А так вот она вот так вот все. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ладно, пошел я на елку. Время 11:30 ночи. Народу еще никого здесь нету. Все дома. Дома встречают Новый год. И он еще и не фейерверков никаких. Так, одиночно где-то там бахает и все. Не, ну вот что самое интересное, вон там он, на Лысой горе, на самой макушке. Вон там огоньки. Это Андрей там на снегоходе на своем заехал. Новый год там встречает. Вон он, вон видно их. На снегоходе заезжают они туда, и там Новый год встречают, на макушке горы этой. Вон огоньки ихние. Ну да, да-да-да-да-да. А вот наша телевизионная вышка, башня такая. Ну, ее эту иллюминацию включают по праздникам. Каждый день не включают. Вот тут такое кресло рядом с камином. А тут коробки с подарками.
Я сейчас